такая микроволновка LG-шная. Так, здесь они искрило, но уже красили, подкрашивали как будто. Или это от старости что-то стало. Вообще ноль внимания, включаем. Вообще ноль. Нету признаков жизни. Все раскрутил, сейчас. Чего начинаю первым делом? Раззвонить нужно шнур. Отсюда, с розетки, вот они два. До сюда. Если они целые, вторым делом можно с предохранителя от этого сразу начать. Прозванивайте и все. Ясно, если он целый, то ищите причину уже дальше. Да ты чё? Вилку. Сейчас продолжаем. Ну, сеть. Похоже, что тока нет просто. Сейчас померим напряжение в сети. Давай. Есть. Что-то ты не то замерил. Нет. Смотри, панель управления. А, вон там еще один трансформатор, слышишь, предварительно? Панель управления снимать. Трансформатор понижающий, да? Сервис. На 14 вольт, да, он, наверное? Да. Снял панель. Так. Плата его ж не, можно так сказать. Ну, скажем, если так... Теперь предохранитель целый, провода целый, сетевой кабель. Следовательно, питание не идет на плату управления, из-за этого не работает. Сейчас прозвоним. Держи пока в очередь, давай. Предположительно, вот этот трансформатор сдох. Так, есть. Это нету уже, да? Да, оно на килограммах. Вот они три, вот четыре ножки. Вот, не ты видишь? Угу. Что-то между собой клещи проверь. Нет. Вот между собой видишь. Да, еще было. Ну, даже нету резистора. Как и предполагал, трансформатор хана. Такая вот маркировочка у него. Сколько? 9 вольт, наверное, да, выдает? 9,5. Будем искать такой трансформатор, менять. Донор. Донор, скорее всего, да. Продажи нету их. Не всегда.